Самолет компании Southwest Airlines совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя. Никто из 99 пассажиров и 5 членов экипажа, к счастью, не пострадал. Пассажирский Boeing 737 следовал из Нового Орлеана в Орландо. В середине полета начал отказывать один из 2 двигателей воздушного судна. Командир корабля тут же принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту, а именно в городе Пенсакола во Флориде. Оттуда компания авиаперевозчик доставит пассажиров уже к месту назначения другими рейсами. Причины неполадки сейчас выясняются.